Поздравляем вас. Спасибо. На пенсии жизнь только начинается. Забот меньше, свободного времени больше. Участницы Союза пенсионеров Подмосковья теперь грамотные пользователи компьютера. Вызывают врачей через госуслуги, пользуются электронной почтой и делают презентации. На своем примере доказывают – учиться никогда не поздно. Первая сложность – это когда они впервые садятся за компьютер, видят большое количество кнопок и в попытках печатать какой-то текст, да, они начинают путаться. Им всегда кажется, что если они нажмут на какую-то кнопку, то значит все, сейчас компьютер отключится, перестанет работать и что-то случится. Компьютерные курсы филиал Московского вуза проводит уже второй год. За это время обучил более 80 пенсионеров. Тамара Рудых в группе была самой старшей. Решила освоить компьютерную технику в 82 года. Такой необычный преподаватель. Запомнилось интернет, электронная почта, Excel, как находить сумму, все там пользоваться. Но каждое занятие проходили прямо с интересом. Ни одно занятие не пропустила. Но на достигнутом Тамара не останавливается. Ставит еще более глобальную задачу – освоить смартфон и планшет, а также научиться создавать кинофильмы. Олеся Лукина, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».